День медицинского работника объединяет тысячи врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов, всех тех, кто спасает наши жизни и приходит на помощь, когда одолела болезнь. Они и врачеватели тела, и лекари наших душ. В их руках бесценное сокровище – здоровье и жизнь человека. Кажется, что порой они способны вылечить добрым словом и своими заботливыми руками. В этот торжественный вечер медики получали заслуженные слова благодарности за теплоту и внимание, за заботу, порядочность и понимание. Профессия медицинского работника, врача и медсестры – это тот действительно тяжелый труд, который у каждого из вас здесь сидящего уже за плечами. Те, кто сидят сегодня в зале, они уже доказали верность нашей профессии. Слова поздравления были подкреплены и наградами. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм, 10 врачей были удостоены звания «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской республики». Среди них и руководитель Зеленчукской районной стоматологической поликлиники Вадим Гербеков. У меня замечательный коллектив, просто замечательный. Поэтому я всегда радуюсь тому, что я мог собрать этих людей, найти и... Радуюсь тому, что они всегда поддерживают меня в моей работе, в нашем коллективном труде. Особые слова благодарности на торжестве были произнесены в адрес учителей-ветеранов, медсестер и врачей, которые работали еще в системе областного здравоохранения. Собственным примером воспитывали не одно поколение профессиональных медиков. У своих старших коллег мастерству учился и фельдшер Артур Багдасаров. И вот в этот день, в числе еще 16 виновников торжества, он был награжден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Выбрал работу, потому что хотел помогать. Мне нравилась всегда медицина. Как закончил первое свое образование в медицинском училище, поступил на работу в скорой помощи, служил, пришел туда же, закончил еще два института, но все равно остался на этой должности. Сперва работал на линии, потом по стажу перешел на уже должность фельдшера по приему и передаче вызовов. Ну, работа нравится, хочется помогать людям. Хотелось бы, чтобы никто не болел, все были здоровыми и счастливыми. И действительно, в медицину приходит по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками. Необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. Выбор профессии – серьезный жизненный шаг, а желание стать медиком – это особый образ жизни. Это огромное желание лечить, без всякой корысти и не жалея сил. Особенно, когда... Вот работаешь, операцию совершили какую-то, и когда видишь в дальнейшем, как больной выздоравливает и пользу какую-то принесли этому больному, ну, удовольствие дает это. Поздравить врачей в этот вечер пришли и депутаты парламента республики. Свои музыкальные презенты виновникам торжества дарили артисты Республиканской государственной филармонии. Фатима Куршева, Назир Капушев, Архыз 24.